Hello, hello, hello. Всем продолжаем shift проходить. Так случилось, что азиатские соревнования я прошел на той Акуре, и серия закрешилась. Была ошибка, вылетела на рабочий стол. Серия не записалась нормально. Я допрошел там пару гонок и все. Акурку продал, Ягуар продал, купил Хонду S2000. Она B, то есть не полностью улучшена. Ну, я покажу, что тут говорить. То есть на нее можно ставить V6 от Акуры NSX и уже прибавить сильно ей 120 лошадей к обычному показателю. Турбина. Так, что-то еще не максимальное стоит. А, все. Ну вот, чтоб заводскую доработку, вот она будет вот такой вот конфеткой. Вес тонна, мощность 606 лошадей, но можно на 120-130 лошадок, если повысить мощность, если установить от NSX мотор. Это у нас будет где-то, ну, 720 лошадей у нее. Это уже, ребят, разговор. Сейчас же машинка просто в Б улучшена. Я на ней вчера один круг проехал на спа. Мне она очень понравилась. Очень понравилась. Сейчас машина имеет вес тонну 147 и 522 лошадки. Средненький такой, ну, я бы даже сказал, весьма неплохой крутящий момент, 609 ньютонов. Вот. Ну что ж, гоу. Вот Азия. Сейчас покажу. Вот видите, лучше финиш. Акура NSX, справа смотрите, игрок, 55 секунд. Все, на Акурке я тут профиналил. США гонка на время профи. Глендейл, Майами, Дакота. Ну вот это халява. Вот это вот вообще тут на велосипеде можно ехать. Вот Майами. Посмотрим, короче. И в этой серии уже закончим эти гонки на время. С этим клоуном я не еду, как я уже говорил. Мне от них машина нужна была, а заезд с ними, ну, это такое себе действие. А так как машинки не даются, то все. Так, видим, есть ламба, это проблема. Надо разыграться. Ой, управление передали, когда машина уже в сносе ушла на гравий. Наша задача — лучшее время на круге. Машину я улучшал, настраивал. Поршень дает проехать. Давай, Хондочка, давай, давай, моя рыбочка, давай. Всех это сделаешь. Никаких срезок, ребят. Иначе время круга не считают. Два круга я на спа сделал. Один круг проехал, потом вышел и перекидал чуть передачи. И еще один круг сделал.
чуть-чуть переиграл со скоростью, я прям знаю где. Ничего. Время еще 2 минуты. О. Да, многовато. Ай-яй-яй-яй, закрутил. Машина нет закупорки передач. Так, хорошо. Иду на лучший круг, я так понял сейчас. Тут очень важно не ошибиться. Давай, 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 красота, давай, давай, давай. А, черт, повело. Блин. Перестарался. Чуть-чуть, ну ладно. Ой, надо было отстоять 10 секунд. Если бы меня там не вильнуло в повороте, я думаю, поставил бы лучше круг. Так, ребят, не стану серию вырезать, я тут сбросил. Звонок был ни о чемошный, так скажем. Едем дальше. Только отвлек меня, блин, от времени. Ай-яй-яй-яй-яй, ну нет, 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 нет. Вот 55 я поставил и катался по 55 круг. Да. Мог на 54 сделать. Ну ладно, это не нужно. Победа есть победа. Так. Энтони Кларк тоже на S2000. Посмотрите, второй пришел, поставил минуту. Porsche, Ревента 0.1, ну, на 5-6 секунд я обыграл их. Охренеть просто разница. На этой Майами мы еще не катались. Это, по-моему, средняя конфигурация трека. По-моему. Ну, все те же на манеже, понятно, но трасса сложнее. Много. Для меня опаснее здесь не Стирлинг Мосс, например, который впереди едет, не Ревентон, который слева. Наверное, тут это тот чувак на S2000, Кларк Энтони. Ой-ой-ой-ой. И Porsche 4 RS. Вот он, про которого я говорил. Рестарт. Куча ошибок насовершал, где можно было проехать.
Нельзя. Тут лучше, наверное, если есть шанс бортануть, вы бортаните компа, но чтобы вперед вырваться сразу. Иначе только сложнее будет все. Ух, тебе не жалко такой Мерседес, чувак? Попробую его обыграть, чуть-чуть торможение, все. Хорошо, у нас разгон быстрее. Я передачу калибровал, так скажем. В Майами сложные любые конфиги. Сама трасса по себе трудная. Ну, не для ботов. Хитрые повороты. Porsche же второй нет. Пока Mercedes. Ого. Стукануло как. Время 6 минут. Ну блин, лучше бы на Дакоте вы 6 минут сделали. Тут на Майами. Хотя опыта, опыт важен. Все, вот такой вот конфиг. О боже мой. Болтануло. Мерседесовские покрышки. Дело в том, что они могут ехать с таким же рейтингом, да, машина быть, но они будут стоковые. Вот. А у меня машина-то настроена. А у них нет, у них просто, так сказать, салона тачка. Вот в чем проблема. Никто там не балансировал тормоза, ни придаточные числа не растягивал. Давление в шинах. О, вот тут что-то кочка есть. Второй раз уже играет машина. Так, здесь как проскользнем? Вот так проскользнем. На минимальном торможении. Тут очень важно понять... градус выбрать, как входить в этот, в эту развязку, узел вернее. Протягиваем, все. Так, есть отрыв по времени, я уже сейчас вижу, уже есть отрыв. Хорошо, сыграло чуть-чуть колесо. Тут подброс. Нет, вот здесь. Нет? А где же? А, там будет. Это так очень коварный поворот, вот этот, который сейчас прошел. Тут сейчас будет яма или что это такое? Нет, бугор, вернее. Вот он, хоп, чуть-чуть. Очень коварный поворот там был. Ты думаешь, а, сейчас я на скорости пройду, как раз в горку наберу. Не, там сразу поворот, и сразу вниз поворот уходит. А, рискнул. Все. Зато время круга поставил с этим риском. Ну нафиг так рисковать, нужно не доехать. Две минуты осталось, это два круга, значит. Так, круг, минута 13. Да. Honda очень чувствительна к этим поребрикам, к отбойничкам. Лучше на них не заезжать. Сыграл немного на отпущенном газе.
Азот. Забыл за него просто вообще, что бак установлен. Тут классный азот. У тебя, то есть, есть один бак. Ты его потратил, все, ничего там не копится, никакие ты там не собираешь части бака. Просто потратил, все. Где ты его будешь тратить? Твои проблемы. Рассчитывается. Хочешь без него, едь без него. Я поставил азот, потому что он прибавлял рейтинг, показатель машины. КПД увеличивал немного. Это не значит о том, что я буду прям люто его использовать. Ей поклонник ярый нитро. Нет. В этой игре оно, можно сказать, вообще не нужно. Грамотная настройка, вот что здесь нужно. И прямые руки. И все. Тут не получится удариться в стенку и на азоте выехать и дальше поехать. Такой халявы здесь нету. Машина просто лам разобьется, ты никуда не поедешь. Следник рукой, ой-ой-ой-ой, очень опасно так делать. Есть такое дело. Ого, диск даже не остыл еще. Ну, минута 13.150 и халявная Дакота. 4 минуты. Так, а где таймер у меня? Сейчас я гляну. Таймер, вот он работает. Все. Ой, только время суток ублюдское. Ой-ой-ой-ой, тише. Тише, красота, держись. Сейчас после этого овала мы там по прямой выжмем. Давай, красавица, давай. Хондочка, Хондочка, давай, 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 давай. Жми, жми, красавица, жми, жми, рыба. И вот долбаного Мерседеса догнать. Чудовищная мощь у него. Подсел под него, хорошо. Не таранься, чувак, не таранься. Что, что за ублюдок такой, а? Где эта тварь, а? Вперед уехала, что ли? Вон он за мной едет, долбоёб этот. Ну да ладно, у нас первая позиция. И разбитое крыло заднее, правое. Слепстриминг. Моя хондушка, давай, давай, тяни, тяни, тяни. Долбанных суперкаров сделаем на спорткаре. Ревент он впереди, что ли?
еще пару кругов. Ну, один точно. Нет, два, наверное. Я не буду здесь останавливаться, потому что обочины нет, на полном ходу в меня врежутся. И не... я лучше проеду еще один круг. Все, мы ушли на круг. У нас запас есть времени очень хороший. А, там еще кто-то впереди идет. Не всех сделали еще. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Красота. Лучше тут, наверное, все-таки не жадничать, сбрасывать, отпускать газ, заходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Проезжайте, проезжайте, бога ради, меня не тараньте. Мою машинку мне очень жалко, не надо ее бить. Все, мы первые. Да куда ж ты? Жаль, нельзя настраивать машину перед каждой гонкой, к сожалению. Конечно, я бы поменял бы угол кастера в машине и в аэродинамике немножко бы изменил бы еще сильнее, прижимную силу сделал. На этой именно трассе, ну да ладно. Главная победа, все, победили. 35 секунд, лучшее время у пацанов. 36, Mercedes SLR. Макларен, Стирлинг, Мосс, Блюдок. И победа в чемпионатике. Все. С ублюдком мы не едем. Вызова на круге. Ну, это чисто... Тестишь тачку, те 900 монет дают, все. Ни на что не влияет. Переходим... маслкары. А, ну тут тоже будет босс, да, значит с ним не поедем. Ну будем, естественно, кататься, также проходить, кроме гонки с боссом за машину. Потому что машину-то я и не получу. Now we're talking. Get ready for your first taste of all-American muscle. You'll start out classic, then you'll get to hear those modern engines scream. Пришло время пощупать маслкары. Так, классические маслкары, быстрый круг. Тут нам 400 монет. Ну и чё? И дают тачку на тест. Тут мы едем Chevrolet Corvette Stingray, GT500 Shelby и Cobra. Железный вызов. Вот чемпионат Muscle Car. Здесь мы участие не принимаем. Там машина этого чувака. Ну-ка давайте в автосалон зайдем, глянем. А что это такое? Форд у него. Time Need for Speed. Ford Mustang RTR-X. Продается. 100 тысяч. Покупаем. Без улучшений. Быстрая гонка. СПА. Поехали. Просто тест, на чем едет, ездит этот чувак. Что бы мы могли выиграть, если бы, ну, победили его, да, так скажем. Ух, какая там дичь, а под капотом. Очень хорошо передача настроена. Шестая есть. Нифига себе. Да ты читер, чувак.
тормоза отличные. Ха, знаете, что мы сделаем? Мы примем участие в чемпионате на вот этой тачке. Я думаю, почему нет? Чтоб тут чувак, он охуел, босс. На такой же, как у него в машине приехал. Еще один тип. Ну, понятно, что маслкар это маслкар, немного неуклюжая тачка. Но она хороша. У нее очень хороший угол. Ну, нормально, да. Тачки боссов. Так. Смотрите, какой угол хороший. Оп. Сноса нет, заноса не было. Почему нет? Я использую ее. Хоть какой-то гонки покатаемся. На корветике я катался с Stingray. На Challengerе там, ну, на этих тоже ездил. На вот этом никогда не ездил. Вот поедем на нем. Не буду его даже настраивать, вот какой он есть. Вот такой вот и возьмем. Прекрасно, удержался, повернул, и еще и не занесло. Очень интересная тачка. Поворачиваем. Что, и на хорошее время вроде как идем. Ну, такое. Нет. На это 2.30. 2. Вот так я ставил. Ну пойдет. Пойдет. Пойдет, 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 пойдет. Классная машина. И визуально красивая. Да. Это у нас Мустанг Форд. А есть стоковый Мустанг Форд в салоне? Косворт, РС, GT, Шелби, GT, Матеч. Так, это у нас... А, и нету никакого Мустанга. Понятно. Ну все, что велосипед изобретать? Заюзаем эту тачку в том соревновании, все. Тогда спасибо всем большое за просмотр, всем пока.